Я вас приветствую. Закрываемся. Новенькая маска. Я ее только взяла. Обживаю. Хочу сказать о себе. Значит, я уже, наверное, говорила, что мне назначили новое лекарство. То есть мне старые отменили, которые у меня были. Значит, доктор сказал... Когда я говорю доктор, вы знаете, мне даже трудно сказать, кто из них. Потому что за эти несколько дней я тут общалась 5 или 6 разных. 5 или 6 раз рассказывала о себе. Сейчас и даже скажу, я тут интервью давала студентам, потому что вот здесь за спиной у меня через дорогу медицинский институт наш. То есть это не медицинский институт, я неправильно сказала. Медицинское отделение, медотделение Оклинского университета. И поэтому тут студенты приходят толпами. Вот. Так вот, значит, мне отменили, как я уже сказала, лекарства, которые у меня были, по той причине, что, как сказал какой-то доктор, а у меня тут их за эти несколько дней, я не знаю, сколько их тут было, 5 или 6 разных, и каждому я рассказывала о себе. Вот, и мне отменили те, которые у меня были, потому что доктор сказал, что они не только давление понижают, но еще какой-то там из них, такой более, я бы сказала, доктор интересный. Вот, а еще и влияют на сердце. И поэтому мне это отменили, назначили другие, совсем другие. Ну, вот я второй день их принимаю. Самое первое дня, как я пришла сюда, значит, ну, если вы помните, я стояла вся подключенная к этим кардиограммам, да, 2 суток, даже больше. Потом мне вешали вот этот прибор на сутки. Потом поснимали, слава богу. Ну, там 2 томографии было, да. Что мне еще рентген сделать успели. Вот, там 150 раз анализы брали. Сегодня брали анализ на... Вот знаете, там есть такой анализ, креатинин и еще что-то там. Анализ крови такой. Вот. И поэтому еще с самого начала, вот как я попала сюда, мне каждые 4 часа, днем и ночью, меряли 4 параметра. Давление, температуру, потом вот это в пальце насыщение кислородом и пульс. И продолжают их также. Вот только что, буквально там минут 20 приходила, это, нёрс, по-английски нёрс. Приходила нёрс, все это померила, все хорошо. Вот. Но, как вы уже там, если видели в начале, как бы у меня тут что-то тут на руке мне не понравилось. Вот меня осмотрели. Ну вот, обратите внимание. То, что мне там доктор наговорила, держать руку вверх, как это ее можно держать. Русский доктор. Без комментариев. Вот. Ну, мне дали подушку еще одну. Я так держала. А потом там она мне выписала какой-то ибупрофен. Я его не пила никогда и пить не буду. Вот. Ой, извините. Закрываю камеру. И я просто сказала, девочки, ты принеси мне панадол. Панадол мне выписан доктором. При необходимости мне дают панадол. Ну, а я, знаете, такая из себя. Я себе назначила. Ой, извините, боюсь уронить этот телефон. Вот. Я себе назначила лед. Сейчас покажу, хочу показать. Вот. Я себе назначила лед. И вот то, что вы видите, такое там вот на руке, вот это там, где-то вот тут красное, там это от того, что у меня на руке лежит лед. Вот, то есть я держу этот лед на руке у себя для того, чтобы охлаждать ее. Ну, так я себе назначила. Обычно, знаете, когда травма или что-то такое, всегда назначают лед. Так я себе его назначила. Ну, так, я себе его назначила. И держу. И очень даже так и неплохо. Вроде бы не увеличивается нигде. Ну, может быть, это, мне сказали, это могут быть последствия того, что мне вводили этот краситель для томографии. И поэтому, ну так вот, такое я себе назначила лечение. Значит, у меня уже почти 4 часа дня, субботы. Что у нас там сегодня? Хэллоуин. Поэтому, я говорю, знаете, приходит всякая нечисть. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего репортажа.